Добро пожаловать на самую лучшую семью на Ютубе! С вами я, как всегда, Максим Малаков. Только пришел из школы, еду в ресторан. Мой любимый ресторан Райсбол, чтобы пообедать. После этого я еду в магазин Фабинде, чтобы купить себе шкафчик. А после этого я еду за своей формой, которую я заказал, и сказали, что она будет готова 31 июля. Ну что, если вы хотите провести этот день со мной, вперед! Hello. Вот и приехали мы в Райсбол. Сейчас официант подойдет и закажем мою любимую еду. One double chicken clear soup, no vegetable, no onion. You know, no? Okay. One chicken fried rice, no vegetable, no onion. And you know, crispy lamb soup. What was that? Crispy. Crispy lamb. Yeah, one crispy lamb. Глеб, слушай, если ты сможешь это видео, я реально по тебе соскучился. И... Приезжай побыстрее в Индию. Я уже еду, которую ты заказывал, заказываю. Yes. Принесли куриный супчик. Вау. Запах, аромат. Супер. Принесли chicken fried rice. Принесли блюдо, которое называется crispy lamb. Всем приятного аппетита. Все, покушал. Полный. О, как хочется потянуться. Сейчас я еду в классный магазин Fab India. Известен он тем, что в нем продается хорошего качества товары, мебель. Ну что, поехали? Приехал я в Fab India. Все. Как я вам уже говорил, главное оружие блогера – это улыбка идиота. Hello. Смотри, как классно тут. Супер. Улыбаемся, не паримся. Да. Тут продается одежда, всякая разная одежда. Ну, индийская. Смотрите, качество хорошее. Сумочки продаются. Тут два этажа. Я тут уже давно не был, так что я конкретно не знаю, что тут вообще продается. Для женщин. Продается для мужчин. Олегато. Классно. Да, нормально. Такая была у моего папы. Так, идем дальше. Смотрим. Посуда. Кружки, тарелки, сделанные из натурального дерева. Еще тут прикольно, что тут все почти что сделано из натурала. Тут все почти что натуральное. Так, наверху у нас второй этаж.
Пока, давайте поднимемся. Смотрите. Это же класс. Крыши нету. Потолка нету. И смотрите, как это выглядит. Еще как фен стукнусь. Нормально. Тут у нас есть лампы. Тролли Манголина. 11500. Смотрите. Это вот такую вот повозку, чтобы возить чай. Чай там. Фрукты. Вы знаете. Стоит это 11500 рупий. Так, что у нас еще есть? Вот такая полочка, она стоит 9900 рупий. Лампы, хорошее качество. Телек подходит с телевизором. Ну, красиво все. Все нормально. Так. Это стол стоит 21900 рупий. Я не понял, это... Что это стоит? 6900. Не знаю. Понятия не имею. Кружки еще всякие разные. Вот такая кружечка стоит. 1900. 1900 стоит. Так. Я чуть не думала, что до потолка не дотрагиваюсь. Дальше у нас... Кровать. 48 тысяч за такую классную кровать. Смотрите. Ну, как бы... Я не сказала бы, что она мягкая, но нормальная. 46 900. Ну-ка. Вот, это уже мягкая, это уже прикольно. О! Класс. Всегда мама хотела, чтобы я ей переносил чай в постель. Я ей приношу, ну, конечно, только вот на такой... А тут у нас есть вот еще целый комплект. Помните, что я вам в самом начале видео говорил, что я буду покупать сегодня полочку Фабинди? Ну, как видите, это даже не полочка, это целый шкафчик. Смотри, как много тут этапов. Все это 19900. Нормальная цена, натуральная. Я согласен с ней. Подойдет, подойдет. Вот видите, небольшой рикша на улице. Сейчас туда шкафчик занесут в рикшу и привезут к нам домой. Маранам. Маранам. А? Тамунда. Тамунда. А это Маранам? Домлик. Домлик. Генерал. Приехали. Чуть был даже не заснул. Thanks for a ride. Прикрепили тут все. Приехали. Доставка это стоит 400 рупий. Все нормально.
Это не бесплатно, нет компании, это реально платная услуга. Еду за формой. Классно поболтал там с водителем. Еще с продавцом из магазина, который с нами ехал. Нормально. Все, друзья, мы приехали. Наше место. Hello. I want to ask if my uniform is ready. Yeah, half time. I'll check if this form. Моя форма готова. Смотрите. Так, померить бы надо. Померить надо. Друзья, форма еще не полностью готова. Так что нужно ждать до завтра. Я только просто вот так вот щелкну, и все будет в порядке. Так что... Оп! Уже завтра. Значит, для меня это уже сегодня. Вау! Надеюсь, уже сегодня будет готова форма. Потому что они ее шили 1.5 месяца. Ёлки-палки, так долго. Даже нужно будет поставить ставку. Потому что у индусов есть такое любимое слово, что завтра все будет готово. Вы спросите у них что-то, когда у них не готово. Когда будет готово? Завтра. А завтра это значит никогда. Так что я ставлю ставку, что 50 на 50. Ну что, через 10 минут узнаем, все ли там готово. Вперед! Я реально сейчас не знаю, готова ли форма или нет. Потому что я надеюсь, что она готова. Excuse me. Anyone there? Никого нету. Никого. Да. Завтра все будет готово. И сегодня не скажу то же самое. Hello. Anyone there? Anyone there? Вот это уже приходит вроде бы. Не знаю. Да. Друзья, я реально надеюсь, что форма будет готова. Потому что если она не готова, не будет. Excuse me. Anyone there? Hello? Я реально обрадовался, форма готова, значит, все будет супер.
Я сначала подумал, что форма будет не готова, и скажут мне, приходите завтра. Но мне сегодня повезло, так что везунчик. Thank you, bye. Okay. А? А? Найди с камера. Блин, супер же, а! Ай. Сейчас не могу поверить, что они все-таки смогли не наврать. Сказали завтра, значит завтра. Молодцы. Железно, да? Да. Какие люди хорошие. Вот такая у тебя карма хорошая, Максим. О, форма. А? Я вам показал форму там уже внутри. Сейчас приеду домой, померю форму, чтобы на всякий случай... А то вдруг мала. Не, ну не мала, там сразу видно, что не мала. Ну а вдруг она велика и придется одевать ремень. Ну что, поехали Макс. Домой проверять. Надел форму, просто супер. О, не велика, не мала, нормально, просто класс. У меня форма уже настолько была маленькая, что я даже не мог нормально прыгать. Представляете? А теперь форма. Ах, мы с пацанами теперь можем просто бегать и футбол играть. Это же просто супер. Ах, повезло, что сегодня все получилось у них. И они все-таки смогли привезти мне шорты. А сейчас я вам покажу, как выглядит форма. Ну, вы несколько раз видели, но теперь-то она у меня просто супер. Не обращайте внимания на кроксы. Да просто их так одел. Это все на сегодня, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вытерите сопли, и тогда вы будете крутыми. Вот такой у нас сезон дождей, ёлы-палы!